Евгения Образцова – воспитанница балетной школы Великой Вагановой, ведущая солистка Мариинского театра и лауреат множества премий в области искусства, в том числе театральной премии «Золотая маска». Петербург – мой родной город. Это для меня не впервой. Выступать за свой город, бороться за него. Вот. Только нам надо наклониться и руки отпустить. Такая перфекционистка. Все прям старается, чтобы и обувь была абсолютно удобная, и реквизит, чтобы вот был, вот, подходил. Под девизом «в балете мелочей не бывает». Да, нет, не могу. Не могу. Ну? Неудобно. Ну, я стою в позе трамплина, тебя жду. Извини, Максим, неудобно. Когда мне неудобно, я не могу. Мы познакомились в зале. Впервые мы увиделись всего несколько дней тому назад. Я была вся во внимании, даже не смотрела в его глаза. А он, наверное, хотел от меня все-таки участия. Наверное, в первый момент он подумал, боже мой, она вот так и будет дальше, вот так сосредоточена на своих движениях. Но потом я все-таки глаза свои подняла, улыбнулась ему, он тоже улыбнулся мне. Мы поняли, что можем работать вместе. Я буду просто идти больше по диагонали и дойду. Ты смотри, у тебя цель – кровать. Да. Как у многих женщин, в принципе. Мы делаем номер. Максим изображает мой ночной кошмар. Я изображаю некую девушку, которой этот кошмар снится. Я предупредил, говорю, к 8-й программе у тебя я буду реально твоим ночным кошмаром, поэтому давай, говорю, привыкай сразу.